та ситуация, которая имеется сейчас с благотворительностью в России, она как бы двояка. С одной стороны, та благотворительность, которую мы знаем через средства массовой информации, она некая, знаете, очень натужная такая. По той простой причине, что она такое ощущение, что делается только для того, чтобы было. Вот положено в некой стране иметь благотворительность, телевидение, там, шампанское, вот и у нас будет то, это и это. С другой стороны, имеется настоящая благотворительность, о которой я знаю только потому, что вот имею знакомых бизнесменов, там, миллионеров и даже там, миллиардера одного. Так вот, они огромные деньги вкладывают в благотворительность и не свистят об этом. Просто потому, что называется, по порыву души. И я думаю, что вот эта часть благотворительности, она будет постепенно вытеснять ту старую имперскую нехорошую.